Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами начинаем новый четвертый урок из цикла модуляции в гармонии. И посвятим его сегодня, как я обещал в прошлый раз, функциональным блокам 2-5-1. Принципиально важным, особенно для джазовой музыки, и блоком, который связан с модуляцией, потому что через этот блок модуляцию осуществлять наиболее эффективно, просто и быстро. Ну и вообще надо заметить, что функциональный блок 2-5-1 это ключевое гармоническое построение джазовой музыки и характерно для джазовой музыки. И вообще субдоминанты четвертой ступени в джазе практически не используются, а используются только субдоминанты второй ступени. В иных видах музыки, в более ранней академической, этот принцип не совсем работает. И не совсем он работает в музыке, которая следует дальше за джазом. Но в джазе, в мейнстриме, в бибопе, вот в этих вот основных стилях, которые возникли в середине 20-го, в середине прошлого века, функциональный блок 2-5-1 занимает, наверное, 80% гармонии. То есть все вокруг связано. Если вы хотите быть все-таки музыкантом современным, универсальным, то так или иначе вы не можете обойти джазовую гармонию как предмет, как дисциплину. Хотя я вам хочу сказать, что большая ошибка делить гармонию на академическую, джазовую и какую-то другую. То есть условно они есть, наверное, можно найти какие-то характеристики гармонии в музыке академической, музыке джазовой, музыке, которую следовало потом, позднее. Но в современной музыке это уже не важно. В современной музыке любые виды гармонии с любыми характеристиками могут гармонично вживаться в одной пьесе, в одном произведении. И так, собственно, и должно быть. Но это я говорю к тому, что избежать вот того сегмента, то, что принято называть джазовой гармонией, современному музыканту никак нельзя. То есть это нужно знать. И поэтому, как говорится, функциональный блок 2-5-1 должен быть не только в понимании, в сознании, но должен быть в практике, должен быть в руках. И поэтому сегодня давайте поговорим на эту тему и найдем несколько базовых построений, гармонических аккордовых построений, которые вам, конечно, нужно знать. Не факт, что на этих построениях должны закончиться все многообразие вариантов обыгрывания этого функционального блока, но базовые вы должны знать и понимать, для того, чтобы хотя бы бегло играть по гармонии. Итак, мы находимся в до-мажоре, и ничего, никуда двигаться не будем. Итак, 2-5-1. 2 — это ре, 5 — это соль доминанта, до — это 1, первая ступень. Вот так вот джазмены называют. Ре минор. Давайте мы его сначала возьмем в таком вот самом несложном виде. То есть седьмая ступень этого аккорда у нас будет находиться внизу. Бас, седьмая, третья, пятая. Наверное, не надо вам говорить, что использование трезвучий и септаккорда в чистом виде в исполнении музыки является моветоном, даже скажем так. То есть аккорды в чистом виде, может быть, может исполнять студент первого курса, даже не училища, а какой-нибудь джазовой школы музыкальной. Но более-менее профессиональный музыкант, конечно, должен сказать какие-то иные созвучия. Итак, это будет субдоминант второй ступени. Значит, давайте сразу запомним, что на второй ступени в этом блоке может находиться три функции. Может находиться функция минорная, которую я вам назвал. Может находиться функция полуменьшенного септаккорда, отличается она одной нотой. Да? Или может находиться двойная доминанта, то есть мажорный доминантовый аккорд. В этой конкретной конструкции этот аккорд неудачный. Но просто чтобы вы знали, что на второй ступени может находиться либо минорный аккорд, либо полуменьшенный аккорд, либо двойная доминанта. Так уже лучше, кстати. Сус-9. Он разрешается в доминанту. Доминанта может быть миксолидийская.
нот, например, нон-аккорд, либо может быть альтерированная доминанта. Да? И разрешаемся мы в тонику в какую? Либо в мажорную, либо в минорную. Пожалуйста, обратитесь к нашим предыдущим урокам, и вы там все это найдете, изучите. Итак, поехали. В этой позиции что мы можем сделать аккордом? Играть его вот именно таким образом. Ре минор, ре нота нам здесь не нужна, но для интереса вы можете ее добавить. Вы можете не использовать наверху ноту ля, пятую ступень. Как бы я всегда говорил, что в септаккорде, в любом пятая ступень, ну, вообще не функциональна. Она становится функциональной, когда речь идет о полууменьшенном аккорде. Вот в полууменьшенном аккорде пятая ступень низкая, она является важной ключевой. А в других аккордах, в мажорном, в доминантном, в минорном, она не принципиальна, потому что она во всех аккордах одинакова. Она пятая и пятая. Вот. Но мы можем сыграть в этом аккорде вместо ноты ля, вместо пятой ступени, ноту соль, четвертую. И тогда получится очень интересный аккорд, который называется М11. То есть четвертая ступень, она же одиннадцатая. Вот. Вот из этого всего, вот из этих двух комбинаций, нам нужно разрешиться в доминанту. Вы знаете, первый самый простой вариант, нам нужно просто поменять бас. И вот мы уже находимся в доминанте. То есть нам ничего придумывать-то не надо. А после этого разрешиться в тонику. Поскольку гармоническая связь существует, то есть доминанта все равно значит, разрешится в тонику, за счет принципа ступенных тяготений. Мы вот об этом не говорили, но вы просто об этом подумайте. То есть почему еще разрешаются одни функции другие? Потому что есть ступенные тяготения, полутоновые. Вот. Вот так вот. Ничего не меняем, меняем только бас. Разрешаемся в тонику, которая тоже выражена вот таким широким аккордом. Если мы в качестве субдоминанта возьмем аккорд М11, то тоже ничего не меняя, поменяя только бас, мы можем разрешиться в тонику. Какой еще вариант? Мы оставляем наверху ля пятую ступень, ничего не меняем, и оставляем ее в тонике, в до-мажоре. Тогда у нас будет она шестая ступень. Вот как бы еще такой вариант. Да? Давайте еще раз запомним. Ре минор. Аккорд не меняется, меняется только бас. Разрешается в тонику. Аккорд М11. С этой ноты ничего не меняется. И разрешается в тонику. Третий вариант. Минорный септаккорд. С пятой ступенью наверху. Ничего не меняется. И разрешается в тонику с сохранением ля наверху шестой ступени. 13. То есть аккорд это мейдж 13, так скажем, потому что седьмая ступень вот здесь, вот она си, а это уже получается 13. Вот такой простой блок. Понятно, что на этом история не заканчивается. Для того, чтобы подчеркнуть субдоминанту второй аккорд, мы можем вот эту ноту до, сус, четвертую ступень доминанты, превратить в третью ступень, вот сюда. Таким образом, доминанта будет более выражена, с одной стороны, с другой стороны, будет более банально. Но она же остается в следующем мажорном аккорде. Но это можно делать. Вот так. Вот она поехала вниз и разрешилась в тонику. В такую или в такую. Или она может задержаться, как бы создав дополнительное гармоническое движение вниз, в тонику. Какие еще могут быть варианты разрешения? Ну, какие угодно. Вы можете в тонике взять вторую ступень, например, такой аккорд, или даже седьмую ступень превратить в шестую. Уже появится какое-то гармоническое разнообразие. Или, например, в доминанте во втором аккорде
взять ноту ми, шестую ступень, да? И уже появится какой-то особое звучание. Давайте пробежимся еще раз целиком, следите за руками, пытайтесь понять. Смысл этого урока не в том, чтобы вы запомнили конкретную фигуру гармоническую, хотя это тоже немаловажно. Можете, конечно, взять карандаш и все эти ноты переписать в отдельные какие-то такты и потом все это запомнить. Но главная задача, чтобы вы понимали, что вариантов бесконечное количество, и для этого именно нужно знать структуру аккорда, структуру обыгрывающего лада, чтобы быть абсолютно свободным в выражении тех или иных функций. Итак, доминанта, субдоминанта так или так, да? Доминанта так или так, или так, или так, и тоника так. Или так, или так, или так. То есть много вариантов. Это я уже играю модуляции, секвенции. Поняв этот принцип, конечно, освоив этот один или несколько вот этих вот блоков в одной тональности, после этого, конечно, нужно заставить себя каким-то образом и проиграть все это в оставшиеся 12, двигаясь по тонам вниз. То есть двигаясь по тонам вниз от ре минора, да, до мы попали, до становится субдоминантой, си бемоль. Да, разрешили тонику, она становится субдоминантой или а-бемоль. Фа диез, да. Ми, ми, ре, ре. Вернулись в до. И, соответственно, нужно привести то же самое для оставшихся шести тональностей. Ну, наверное, надо начать с фа, да. Фа, ми бемоль, ре бемоль, си, си, ля. Ля, соль и соль, опять вернулись в фа. Да, то есть два блока. Начинается с ре и с фа минора. Вот, пожалуйста, запомните и попробуйте это сыграть. То есть это мы сейчас разобрали 2-5-1 в этом расположении, где субдоминантовый аккорд у нас был выражен вот таким образом. Спасибо, другие варианты мы рассмотрим на следующем уроке.